интересное, что листиков еще нет. И у сакуры, и у магнолии появляются первые цветы. Еще нет зелени вообще. Представляете, вот такие деревья стоят. Ну, разве что вот такой зеленый плющ, но он вечно зеленый, он даже летом растет. А вот такие деревья, они без листочков, но они усыпаны. Нету ни одного зелененького листочка, вон там это почечки. Потом только будут. Вот, и это такая красота у каждого дома. Представляете, вот наш Бруклин, чем хорош, что у нас маленькие дома с маленькими участочками все-таки, но напоминает дачный какой-то курортный, если учесть, что вот в 15 минутах этот, как его, господи, океан, то напоминает какой-то курорт. Я не могу выйти из состояния отпуска здесь. Состояние, что я в отпуске. И состояние, что я все время в путешествии, что я... Ну вот, дневник хочется вести, путешествие, которое я веду с детства. С детства мама меня приучила, но это у меня, видимо, от деда. Я веду всегда дневники путешествий. Если я в путешествии, я пишу записи, записываю. Вот теперь легче, теперь фотографирую, видео, съемка. Но я, единственное, не выкладываю их онлайн сразу же. То есть не все новости свежие, но все прекрасные. Все, я должна пойти в $3, наверное, пойду. Покажу $3. Давно я не делала выпуск $3. Здесь как раз он есть, здесь район социального жилья вот такого. Не очень благоприятный, но хорош тем, что тут есть дешевые магазинчики. Все-таки в нашем районе $8 одна вещь, а здесь это же вещь, какая-то мелочь по кухне, по быту, она по доллару. Это очень выгодно. Все сюда за салфетками ездят, салфетки здесь очень... А вот да, любят они украшать свои дома. Кто как, в основном флагами или цветами. И то, и другое смотрится очень красиво. Или праздник, если какой-то. Вон там флаги. Это знаете, что это пивной магазин какой-то, этот, как его, оптовый. Вулгрин, это у нас аптека. Я в ней пару раз была. Я в другие хожу. Вот. Ну, короче, это там оптовка пивная, ни разу в ней не была. Ну, обещают, что там такие цены смешные. Но мы, в принципе-то, не пьем. Я вообще не пью, поэтому нам не надо. Но у меня флажки нравятся. Флажки. И далеко это, в принципе, это просто я сейчас в этом районе по делам. Очень и очень вот такие маленькие домики. Вот так живут здесь люди в основном в Нью-Йорке, в Бруклине. Очень много стоматологии. Это... У нас почему-то салоны красоты, здесь очень много стоматологии и врачей.